Здравствуйте, друзья! Время 4 утра. Сегодня мы с 12 часов решили вот этот пляж пройти граблями и прибором. Процесс идет. Сейчас покажу. Часть мы прошли. Там вот у меня далеко. Вот там брат уже ходит. Все это поле прошли граблями. И сейчас я иду прибором. Могу показать вот здесь, если хорошо видно. Вот там сзади у меня ямки. Это я уже наковырял столько. И давайте посмотрим, что сейчас получится в итоге. Сколько мы мусора соберем, сколько всего получится. Давайте смотреть дальше. Покажу. Интересные находочки, если будут, то покажу. Пока 10-копеечные монетки, только несколько штук поймал и все. Вот, процесс идет. Если посмотреть, то граблями уже вот там далеко ходит, собирает мусор. Вот он, пляж. По берегу я везде прошелся, прочертил вот такие полосы, где пошел лопаты. И вот этот весь угол я уже вот так вот прошел. Вот так вот. И иду дальше в ту сторону. Друзья, смотрите, вот я прошел, моя ямка. Кто-то ходил вечером или ночью на пляже. Ну, не знаю, что он искал, после него монетки лежат. И я ни ямки не закопал, как насрал, так и насрал. Потом что-то говорит, вот хожу, ямки вон и закапываю еще старые. Вот так вот. А у нас не так много копателей. Так что закопать песочек за собой, то не хотят. Вот там ямочки, тоже ничего не закопано. Короче, насрал за собой как мог. Вот ямка тоже насрана. Короче, разные есть копатели, но вот это совсем не копатели. Ладно, пойду искать дальше. Вот у меня там ходит брат. Я здесь. Посмотрим, смотрите, идем дальше. Я чужую ямку. Там у него еще две ямки есть какие-то. Три. И вот эта ямка. Закопал чужую ямку, в которую ходили вечером, может, я не знаю, ночью. Вот. Прямо тут же монетка. При этом поверхностная 2 рубля. Звон шикарный. Не знаю, как собирают. Но я ее нашел. Иду дальше. Можно идти по его ямкам и собирать монетки. Не знаю, правда, кто был. Ну ладно. Ну, я все по чужим ямкам. Вот и вон ямка. Раз, два, кто-то там ходил. А вот и я выкопал. Вот сигнал. Прямо тут же. Ну, 1 рубль. Вот следующая его ямка. В общем, я не знаю, кто ходил. Можно идти следом и собирать монетки. Может, человек бриллианты искал, но я собираю все подряд, пока идут монетки. Замечательно, идем дальше. Ну, по следу копателя все. Очередная монетка. По размеру вроде как. Да, десятик. Так что можно ходить следом. Не знаю, кто что искал. Но у меня пока еще монетки немножко есть. Иду дальше. Ну что ж, друзья, походили мы по этому пляжу. Кто-то здесь лазил уже. Находок много. Граблями собрали кучу пробок, гвоздей. Сейчас выкинем в мусорку. Давайте поглядим результат. Жду от вас комментарии, ваших мнений. Особенно по счету ямок, которые оставил предыдущий товарищ, который здесь был вчера вечером или сегодня ночью. Давайте смотреть результат. Результат такой. Пробок гвоздей. Вот такая куча монеток. Вот такая куча. Есть десятки, двойки, мертвые, 10-копеечные. Есть предохранитель от ВАЗа или от какой-то другой машины. Есть вот такая вот флешка. Вот такая вот. Интересно, что на ней хранится. Ну, в общем, вот так мы прогулялись, почистили сегодня пляж. Заходите на канал, буду очень рад.